Послушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Весу. Черт. Челюсть сломал. Прошу прощения, я вас не заметил. Не ушиблись? Вставайте. Все хорошо? Боже. Эй, ты. Мой велосипед. Простите, я вам заплачу. Черт подери. Проклятие. Мой костюм. Вот черт. У меня встреча в 11. Это катастрофа. Телефон. Это же моя жизнь. Черт. Говорят, случайности не бывает. Мне как раз нужен новый велосипед. Но мне-то точно такое не нужно, тем более сегодня. Именно сегодня. Как же я хочу, чтобы этого не случилось. Не случилось. Вообще. Это ваше желание? Вы желаете, чтобы этого не случилось? Еще как желаю. Как пожелаете, мистер Бейкер. Откуда вы меня знаете? Слушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Весу, пусть сбросит бумагу на факс в офис. Она должна... Говори громче, я не слышу. Некоторые сами не знают, чего пожелать.